О, господи, меня ж заштормило, блин. Зря съездили. Записаны были на 10. А документы еще не готовы. Но нас администратор записал на 10. Но документы будут после 3. Мы же обрывали, пол 11 туда прибежали. И то опоздали. Привет! Привет. Че делаешь? Мультики смотрю. А рисовать кто будет? Я зарисовал. Еще порисовай. Сколько долбануть, что ли, еще? 125-ю кружку девочки. Тебе там что надо? У тебя вот, какой кофе, говорю? Вот, иди, может, этот, кисель допивай. Кисель? Ну да. Все? У тебя кисель налитый в стакане. Не кисель. Шпинник. Буду хлебать сейчас тогда. Тогда я. Нету киселя, вон. Это что налито? Че, нервируешь меня, что ли? Меня уже одна нервировала сегодня. Поедем после 3. Все? Умница и красавец. Хера ли скажешь? Бульон. Давай, давай, шуруй. Скажи, что со школы вчера высадили. Чтобы она справку за шашдивля написала. Могли бы и не высаживать, придунуть уже нельзя. Все, всех на карантин с сегодняшнего дня нахрен. 4 человека из группы у них, из класса, все это заболели. Солнышко в жопу светит, правда? Так подставляешь, оно прям светит, светит. Холодина на улице. Жопа замерзла, блин. Иди. Не стесняйся там. Врач-мужчина. Это врач. Никогда не надо... Я всегда стеснялась ходить на прием. У нас женщина была, а только эти сисюльки начинают расти и стесняешься. Ну ничего. Мне-то повезло, у меня женщина была. Такая она хорошая. Она у меня... у нее была у тебя. Помнишь, маленькая такая хорошенькая? Ну всем-то не рассказывай. Вот. Она и маленьких моих приходила. Как это медсестра-то вот эта патронажная. А если там какие-нибудь тетеньки с детьми будут? Я такая буду. Иди в баню! А что? Карточку взяла в регистратуре и сказала, тебя высадили из школы, тебе дали карточку, пришла в кабинет. Кабинет очередь заняла и все, пошла. Пошла легкой походкой. Ток-ток-ток-ток. Иди в баню, собери. Где регистратура? Как зайдешь сразу же, тетенька за кошком. Ничего не сказать. Вернее, тетенька в окне. И что сказать, дайте карточку? Да, карточку, старая часть. Фамилию назовешь и все. И имя. Иди отсюда! Надоело, блин. Большая уже. Одной можно ходить по больнице. Вот и иди первый раз одна. Тогда-то первый раз должен быть сама должна ходить. Я что, разорваться должна? Я только что приехала, у меня коленки замерзли. На пятках волосы вини еще. Этот весь меня истратил для печки, блин, выпрыскал, блин. Я сейчас вручную травить должна. Что он там, плюнькается или что? Не слышно. Вода замерзла. Айсберги. Стыд! Замерз! Да что ты еще ты не закрываешься, блин? Вот так вот и живем, как все. И не жалуемся. Ты туда что ли уже? Завел свой айсберг? Да, да, все. Но я вижу, слышу. Я не слышу. Ну я выходила, смотрела, да, она когда завелась. Я в ладошки даже похлопала. Наконец-то. Папа, уйди, окошко открыто. Уйди, потом покажешь. Балкон открыт. Что ты вчера кашеварил ночью?
маленький бусик сельдь.